Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Первое предупреждение, отойти. Но это все, что у меня осталось. Проходи, двигайся. Все в порядке, я иду. Черт. Кроме вас на поезде никого не было. Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Надеюсь, что в Сити 14 я в последний раз. Заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Стоять. Опознанное лицо. Вас понял. Пройдемте со мной, гражданин. Ограничить 300 рельс. Это какая-то ошибка. Возможно, у меня обычный миграционный билет, как у всех. Должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон?
тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Подними эту банку. Читать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Брюс, почему Альянс подобрает наш... Я сказал, положи ее в мусорку. Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Готов пресечь нарушение. Последнее предписание. Подозреваемый готов к исправлению. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отличается на каждый невысказанный вопрос? Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования, что идет вразрез с нашими психологическими установками. Может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Брин, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей. Я больше не могу. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. А вот они! Вниманию гражданам, производится проверка идентификации. Занять назначенные... Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу!
ножом. Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанная... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Вэнс. Мой отец работал с тобой в Черной Мессе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Ну, а чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман! Это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. Но в этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою Давайте красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, что, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик. Что? Дать. О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы! Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть по
подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда ты тоже самое говорил. Включая функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи. Насчет кошки. 2-1. О, господи, что на этот раз? Доктор Штепсель. Господи, ты права. Гордон, не воткнешь штепсель? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Получилось? Сам посмотри. Эй, Док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Элай. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ламар! Хэдди! Береги! Вот он! Ламар, с ним! Да забудь о ней! Он проходит, что происходит? Я не знаю, похоже на какие-то фамилии. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Не может, это утягивает! Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы потеряли Гордона. Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Кто это вы? Неужели Гордон Фримен? Его тут... Он не проскочил. Но тогда где же он? Сзади. Выключай! Выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Гордон!
Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Статус в отделе.
Господи Боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подземки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если Геоп поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной тайне. Граждане, бездействие преступно. Да, иди. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Внимание!
Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Граждане, введен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усмирить. Код подавить, меч стерилизовать. Тревога. Гражданской обороны обнаружены. Сюда! О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Внимание! Внимание! Поведение! Неподчинение обвиняемого! Наземным силам ГО! Тревога! Код! Изолировать! Огласить! Исполнить! Обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Окружить. Задержать. Граждане, бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать. Окружить. Задержать. Сюда! Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Гражданин, я останусь тут ждать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Прекратить уклонение и выслушать приговор. Внимание, ответьте на 647Е, как проверить численность. От наблюдателя еще поступает 647Е. Чисто, отбой по 647 и 10107. Лизы, объект, продолжаю поиск.
Отрядом поддержки, код 3. Двигаюсь к машине. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрание исполнить, усмирить. Отряду гражданской обороны. Признаки они общественной деятельности. Код. Собрать, окружить, задержать. Тревога. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить, усмирить.
Гражданская оборона у нас не застегнута. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Тебе там. Найден нарушитель. Окружить, примите.
ответить код 3. Рабочей силы. 5.
внесен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усилить. Код Thank you.
Точно, Эрика. Ноль. Обнаружен тяжелый перелом. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Внимание! Опасный уровень радиации. Head cover! Эй! Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила.
скрыться от гражданской обороны на открытой местности. Но вы подождите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Вам бы лучше поспешить. Станция 12, прием! Станция 12, как слышно?
Сотрудник, закрытый район 6.
Thank you.